Добрый день. С вами программа «Магия смысла» и я, ведущий Давид Эйдельман. Жил когда-то человек, у которого были прекрасные дома в городе и в деревне, золотая и серебряная посуда, кресла, украшенные шитьем, и золоченые кареты. Вот такой богатый человек, и к тому же холостой, и к тому же готовы жениться. Но невесты относились к нему с большой опаской. Наверное, многие из вас узнали начало сказки о герое. Но, к несчастью, у этого человека была синяя борода, и она придавала ему такой уродливый и страшный вид, что не было ни женщины, ни девушки, которая не убегала бы, завидев его. А сказка о синей бороде, которая начинается именно с описания богатств, описания завидного жениха, который отпугивает женщин. У одной из соседок, дамы знатной, были две дочери дивной красоты. Он попросил выдать замуж за него одну из них и предоставил самой матери выбрать ту, которую она согласится за него отдать. Но обе не хотели идти за него и отказывались идти за нее, одна в пользу другой. Почему? Потому что они были не в силах избрать в мужья человека, у которого такая синяя борода. Но это была не единственная причина. Внушало им отвращение и то, что этот человек уже много раз был женат, 7 раз, и никто не знал, что случилось с его прежними женами. И вот синяя борода предлагает свой вариант ухаживания. Предлагает не невестам, а матери. Он говорит матери, что они могут приехать к нему в имение, с подругами, а также с несколькими молодыми людьми, их соседями, в один из его загородных домов и пробыть там целую неделю. Погулять, поиграть, весело провести время в шутках, в застольях, в веселых развлечениях. И когда девушки поехали, девушки из бедной, обнищавшей дворянской семьи, дети вдовы, они приезжают, им так радуется, что одна из девушек моментально начинает думать, а может, и борода не такая уж синяя, а может, и сам он не такой уж страшный, но ничего плохого не было, но холостой хочет. И свадьба становится вопросом решенным. И вот она выходит замуж, а дальше происходит следующее событие. Она выходит замуж за синюю бороду, приходит момент, он собирается уезжать, вручает ей связку ключей и говорит, что она может позвать подружек, она может проводить время с сестрой, с братьями, может развлекаться, а вот ключи, потому что она остается на хозяйстве. Она может открывать любую дверь в этом доме, кроме подвальной двери, которая открывается этим маленьким ключом. Этим маленьким ключом вот эту дверь не открывай. А если ты ее откроешь, то гнев мой не будет иметь границ. И девушка действительно вызывает своих подруг, вызывает свою сестренку пожить. Подруги радуются, прибыв к ней в гости, завидуют ей, перебирают ее драгоценности, перебирают ее платья, смотрят на комнаты, закоулки, всякие шкафы в ее замке и завидуют ей безумной завистью. Но сама она не способна радоваться этому. Почему? Потому что женщина, девушка думает только об одном, о том, что находится за той закрытой дверью. Она смотрит на ключ, и ключ ее все более и более соблазняет. И, наконец, она только успевает выпроводить всех гостей, кроме сестры, как спускается вниз и решает открыть дверь. И, когда она проворачивает ключ,
Она открывает дверь, вначале она ничего не видит, комната темна, она ступает в нее, и она чувствует, что ступила во что-то липкое, под ногами нее, о ужас, застывшая кровь. А на стенах висят на крюках семь бывших жен синей бороды, и она понимает, что она, скорее всего, будет восьмой. От ужаса она роняет ключик, ключ падает в кровь, она поднимает, быстренько закрывает дверь, выходит, но на ключе остаются пятна, она пытается оттереть ключ, ключ не оттирается, она оттирает его заново, ключ не оттирается. Она его чистит содой, она его чистит пылью, но когда пятно уходит с одной стороны ключа, оно появляется в другой, ключ волшебный. И тут возвращается синяя борода, который уехал на полтора месяца, как он ей сказал. Он неожиданно возвращается, просто говорит, что в дороге он получил известие, что дело, из-за которого он вынужден был отлучиться, уже совершено. Какое дело? Он требует связки ключей, она не отдает ему маленький ключ, но дальше я не буду пересказывать все перипетии и весь саспенс о том, как он требует, как она должна ему отдать, как она отдает, когда выясняется, что все-таки он говорит, я знаю, что ты сделала, когда она просит помолиться в башне, а он требует ее немедленно спускаться, спустись, или я убью тебя. Когда она говорит о своей сестре Анне, посмотри, братья должны сегодня приехать, и если они будут ехать, то, пожалуйста, дай им знак, чтобы они ехали быстрее. Она смотрит, она молится, синяя борода требует ее к выходу, она не выходит. Она говорит, Анна, не видно, нет, не видно. Синяя борода требует, она говорит, еще мгновение. Анна, что там видно? Ой, облако пыли. Нет, это не всадники, это бараны. Наконец, она видит двух всадников, это братья. Она говорит, сделаем знак, чтобы они мчались быстрее. И тогда спускается к синей бороде, который уже кричит так, что замок сотрясается. Она спускается и пытается вымолить у него пощады, но он говорит, пощады не будет, все это бесполезно, потому что против моей воли ты попала в эту комнату, а теперь ты попадешь в нее против своей воли и присоединишься к тем, кто также ослушались меня и ослушались моего запрета. Но в последний момент ее спасают братья, которые появляются в зале, выхватывают клинки и закалывают хозяина дома синюю бороду. Дальше оказывается, что у синей бороды нет наследников, и что жене ее таким образом достаются все богатства. Ну, она часть употребила на то, чтобы дать приданное и выдать замуж свою сестрицу-бесприданницу, а свою сестру Анну за молодого дворянина, который давно уже любил ее, но не мог взять ее замуж, потому что она была бесприданницей. А другую часть она делает на то, чтобы купить своим братьям капитанский чин. В тот момент чины в армии Людовика XIV покупались. А остальные она, собственно говоря, бережет как собственное приданное, потому что в скором времени она выходит замуж за хорошего человека, который помог забыть ей тяжелое время, когда она была женой синей бороды. Шарль Перро, который вел эту сказку в конце 17 века в свой сборник сказок, заканчивает ее словами. Ну, все сказки Шарля Перро, включая там «Спящую красавицу», «Золушку», «Красную шапочку», заканчивались каким-нибудь маглите, выраженным в стихах. Да, любопытство бич, смущает всех оно, на горе смертным рождено, примеров тысячи, как приглядишься малость, забавно женская к нескромным тайнам страсть, известно ведь, что дорого досталось, утратит вмиг и вкус, и сласть.
Вот это сама сказка. Я ее просто пересказал по оригиналу, а не по многочисленным изложениям, которые мы читали в детстве. А теперь пойдем вглубь этой сказки и с событием, которое с ней связано. Прежде всего, всем известно, что сказки Шарля Перро, они, как правило, связаны с каким-нибудь историческим местом на территории Франции, потому что Шарль Перро, он и чиновник, и он в том числе, когда записывает свои сказки, он записывает впечатления от увиденных мест, от памятников, сохранением которых он занимался. И «Синяя борода» имеет четкий адрес, это Британь. И она имеет прототипа, который возник в народном сознании для того, чтобы вылиться в эту, в самую взрослую сказку Шарля Перро. Это прототип, человек, который был прототипом «Синей бороды», это Жиль де Ре, барон, потомок многих знатных родов, Монмарси, Лавале и так далее. Это человек вообще заслуженный, человек, о котором, ну, можно сказать, что в сказке все наоборот. Потому что если кто-то и был жертвой в этой истории, это был Жиль де Ре. Жиль де Ре – это был человек, который был богат от рождения, знатен от рождения, еще больше укрепил свое богатство ранним браком, взяв жену с хорошим приданным. И своим достаточно рациональным использованием богатства. А сверхприбыль, которая у него была, он употребил на цели, которые казались ему благородными. В частности, он помог Франции в борьбе с британскими завоевателями. Шла Столетняя война. Именно Жиль де Ре стал главным финансистом, спонсором походов Жанны д'Арк. Он и до этого финансировал своего дофина, наследника престола будущего короля Карла VII, которого, ну, был вопрос, изберут королем или нет, поскольку он был сыном Карла VI Безумного и Изабеллы Баварской, у которой была слава распутницы, и о ее детях говорили, что это не дети короля. Но Жиль де Ре, в отличие от прочих бретонских дворян, поставил на дофина Карла VII, а потом он стал горячим сторонником девы, орлеанской девы Жанны д'Арк. Собственно говоря, можно сказать, что это была главная платоническая, высокая любовь его жизни. Ради нее он бросил огромные средства. Он стал ее маршалом, он стал ее полководцем. Выигрывая ей битвы, он был назначен маршалом, получил звание маршала в очень молодом возрасте, в 25 лет. В 25 лет он стал маршалом. За 2 года ему и Жанне удалось переломить ход войны. Когда Жанна попала в плен бургундцам, а бургундцы перепродали ее англичанам, то он опять-таки на собственные средства собирал отряды для того, чтобы выручить Жанну д'Арк. Когда Жанна д'Арк, орлеанская девственница, погибла на костре, и кроме физической гибели, получил еще навсегда клеймо еретички, ну, то есть дьяволопоклонницы, врага церкви, то Жиль де Ре
потратил огромные деньги, около 80 тысяч кю в год. Это примерно 320 килограмм золота. По любым масштабам огромные деньги для того, чтобы увековечить ее память. И именно он устроил так называемые мистерии Девы, мистерии в честь Жанны д'Арк. Его должником был король. И король ему задолжал слишком много. Когда есть маленький долг, то ты имеешь должника. Когда ты имеешь большой долг и должник могущественен, а это был король, которого он и Жанна короновали в Реймсе, для этого совершили поход и освободили Реймс, то ты получаешь врага именно в силу долга. Но это был не единственный враг Жюля Дере. Кроме того, врагом Жюля Дере можно назвать и церковь, для того, чтобы собирать отряды, для того, чтобы проводить мистерии. Ему пришлось заложить часть своих имений. И церковь давно хотела заложенное получить в полное владение. Это были и другие бритонские, это были и другие дворяне Британии, которые, в отличие от него, держали курс на англичан. Это было, у него было много врагов. Но кроме всего, он вел себя очень неосторожно, очень смело, поскольку считал себя спасителем Отечества, маршалом Франции, был богатым человеком, знатным, властным, образованным. Он рано потерял родителей, и его образованием занимался дед. Он научился читать, он читал древние рукописи, он интересовался науками. В отличие от большинства дворян его времени, он был человеком эпохи Возрождения. И вот этого человека постепенно начинает вокруг него сужаться круг. Его настигает судьба, злая судьба. Он был виноват тем, что король был должен ему деньги. Он был виноват тем, что король, который отрекся от Жанны, хотя бы потому, что завидовал ее славе. Когда короновали короля, и Жанна и король ехали из собора, то народ кричал «Слава Деве», а не «Слава королю». Он был виноват тем, что продолжал бороться за увековечивание имени Жанны, которая была объявлена еретичкой, врагом церкви. Наконец, для того, чтобы поправить свои финансы, он собрал вокруг себя ученых, алхимиков. Он искал способ получения золота. Может быть так, может быть его просто интересовали науки. Но к нему собирались разные люди. Там были и настоящие ученые. А тут надо сказать, что все великие ученые 15 века так или иначе были алхимиками. В этот момент наука и магия еще не разделились друг от друга. Нельзя было быть астрономом, не будучи астрологом. Нельзя было заниматься физикой или химией, не будучи алхимиком. Но прибывали шарлатаны. В конечном итоге все закончилось тем, что епископ Британии выступил против него и обвинил его в краже и убийстве детей, в чернокнижничестве, поклонении дьяволу и так далее. Выяснилось, что к нему заслали алхимика Прилати, который был, судя по всему, провокатором, потому что он утверждал, что у него есть свой карманный дьявол, но после смерти Жюля Дере он был осужден на очень короткий срок и почти сразу бежал. Легко бежал из тюрьмы. А Жюля Дере позвали на суд. Он мог бежать, но он был уверен, что он невиновен, и ему незачем бежать. Он прибыл на суд. На суде он готов был пройти испытания
огнем, каленым железом. Но ему этого не разрешили. Его решили пытать. Пыток он не выдержал. В результате его обвиняли в том, что он похищал детей, мальчиков и девочек, совращал их и убивал в своем замке, что под замком закопаны 800 подростков убитых, мальчиков и девочек, что головы выставлялись в комнатах и так далее, и так далее. Интересно, что во время всего этого судебного заседания никто не проверял сам замок, потому что там должны были найти захоронение, там должны были найти пыточные комнаты. Опять-таки, если это 800, то он должен был в течение 15 лет хотя бы, ему было 36, похищать каждую неделю по ребенку или как. Но его обвинили, под пытками он признался. Его слуг сожгли заживо, а ему все-таки как маршалу сделали снисхождение, его задушили гротой, а только потом подожгли и сразу же потушили, чтобы отдать тело родственникам, но родственники отказались хоронить его в семейном склепе, и он был похоронен под безвестной каменной плитой в Нанте. Но он умер спустя 9 лет после Жанны д'Арк. Она погибла в огне, его тело подожгли уже посмертно. Она была осуждена судом церкви, и он был осужден. Но она, благодаря во многом его усилиям, все-таки обрела светлую славу Орлеанской девы, которую не могли поколебать даже просветители типа Вольтера, который посвятил ей ироническую поэму «Орлеанская девственница». А его судьба, его репутация осталась в сказке «Синяя борода». И это было очень несправедливо по отношению к этому человеку. Но тут же можно заметить еще одну вещь, что сказка – это, безусловно, самая взрослая из сказок матушки Гусыни Шарля Перро. Она только скрестила реальный сюжет, ну, то есть дурную репутацию этого человека, с навязчивым мотивом, который идет с древнейших времен. Этот мотив появляется в сказках разных народов, от якутов до народов Полинезии, да? То есть я тут там явно, это не дошла до них сказка о синей богаде Джилидере. Есть русская сказка о кипящей смоле, куда невеста сует свой пальчик. Есть английская сказка о том, как синяя борода просто похищает девушек. Есть сказка немецкая у братьев Гримм о том, как колдун похищает девушек. Там есть несколько мифологем, которых, может быть, мы разберем в одной из ближайших передач, о мотиве замкнутой комнаты, которую нельзя отпирать. Такая запретная комната, которая во многом соответствует святой святых, которая была в древнейших храмах и капищах, о мотиве женского любопытства, о мотиве ключа, как фаллического символа и так далее, и еще многих мотивов. А пока я с вами попрощаюсь. С вами была программа «Магия смысла» и я, ее ведущий, Давид Эдельман.